Итак, у нас есть вот такая вот подушка для наушника. Собственно, вот наушники. Вот одну мы уже надели. Так, это подушка из Китая. Вот, все сетуют, что ее очень сложно надеть на вот эту вот пластмасску. Вот. Надеть вот под эту вот, не знаю, как назвать, пластиковую наклейку на подушке. Вот. Собственно, вот мы ее наклеили, она абсолютно нормально держится. То есть достаточно крепко. Никаких зазоров здесь нету. Сейчас мы продемонстрируем, как ее надеть, ничего не повредив при этом. Так, для этого нам понадобится, так, кредитная карточка, ну какая-нибудь старая, вот, и, собственно, 4 руки. Вот, 2 руки уже есть, и вот еще 2 руки, которые мне помогут. Так, для начала немножко уберем, немножко ее отклеим, там слегка приклеена. Ну или не приклеено, как-то запрессовано. Потом берем, вставляем вот эту пластмасску, соответственно, нужную нам сторону, вот этим пазиком вовнутрь. Начинаем это делать с узкой стороны. Ну, как-то так. Примерно. Сейчас. Так, пока что-то не получается. Так. Так, вот так вот мы ее вставляем. Подгоняем ее сюда, чтобы она стала примерно ровно. Подожди, еще рано. Надо, чтобы она форму приняла нужную. Примерно вот так, да? Так, задвигаем сюда, и так потихонечку она у нас идет. Так, не знаю, как там видно, но освещение, конечно, не очень хорошо. Так, дальше нам нужно держать вот здесь и продолжать ее отпихивать вот сюда. Вначале это делаем руками, аккуратно ее изгибаем вот здесь. Потом берем, сейчас пока рано, потом берем кредитную карточку и так аккуратно начинаем подсовывать. Так. Так. Хоп. Так, все, в результате вот она залезла. Потом ее чуть-чуть подправляем, чтобы она у нас относительно ровно так стала. Ну все, в результате мы имеем нормальный наушник. Так, собственно, берем вот эту вот штучку, которая у нас там стоит, по типу поролончика. Берем наушники. Так. Вставляем сюда. Здесь она защелкивается. Угу. Да, нормально. И теперь берем вот эту вот штуковину и защелкиваем ее. Так, сейчас проверим по всему периметру. Так, ну вроде засекнулось. Сейчас проверим, не вылезает ли. Нет, держится плотно. Вот, никаких зазоров нет.
Все нормально. В итоге вот результат работы. Все.